Liberal Demokrat Partiyasının lideri Vladimir Jirinovski hesab edir ki, Qazaxıstandakı bugünkü hadisələrin mənşəyi SSRİ-də yatır. Jirinovski bildirib ki, indiki ixtişaşların mənşəyini Respublikanın Sovet tarixində axtarmaq lazımdır. Onun fikrincə Sovet rəhbərliyi Qazaxların çox əsrlik həyat tərzini dağıdıb. Onlar köçəridirlər, maldarlıqda mahirdirlər, çöllərdə yaşayırdılar və şəhərlərə sürüklənirdilər. Onlar müqavimət göstərdilər, istəmədilər. Amma Xruşov qərar verdi. Vladimir Jirinovskinin fikrincə, Qazaxıstan böhranı Nikita Xruşovun siyasətinin nəticəsi idi. Xruşovun əmri ilə bütün milli respublikalar rəhbər kadrları yerli kadrlarla əvəz etməyə başladılar. Üstəlik, universitetlər ilk növbədə yalnız yerli millətin nümayəndələrini bu halda Qazaxları qəbul etməyə başladılar. И на примере Казахстана видно, что практически нарушили вековой образ жизни казахов. Они кочевники. У них хорошо получается вот выращивание скота, лошади, верблюды, овцы и так далее. Они жили в степях, в пустыне. А их потащили в города, представляете? Они упирались, они не хотели. У них свой образ жизни, но Хрущев хотел показать. Его критиковали на Западе, как и сегодня нас критикуют, что вот у вас национальные регионы, там везде русские, так вы их эксплуатируете местные кадры и так далее. То есть он решил показать, вот смотрите, все республики там во главе, так сказать, коренная национальность. Учатся студенты, коренной национальность, все. Для коренной национальности. А за счет чего? За счет русских. И русские стали уезжать. Сегодня в Алма-Ате бы ничего бы не случилось, если бы мы, русские, остались бы там. Ну, там много это... русских осталось в Алма-Ате. Да, это самый русский город. Когда я учился в школе, в классе было 30 учеников, казахов было 1-2, не больше. Владимир Иванович, ну вы думаете, вот, что те события, которые сейчас происходят, они из-за межнациональных конфликтов? Кажется, что там совершенно другие требования. Никто особенно на русских там не нападает сейчас. Согласен. Но в основе, если бы русские остались, те, кто там жил, не было бы и этих проблем. Была бы более честная экономика. Не было бы, так сказать, клановости. Не было бы, так сказать, землячества. Ведь город был нормальный, Алма-Ата. Не было этого ничего. Кунаев нормально управлял всем Казахстаном. Все было тихо, спокойно. Но из Москвы указания... которые они были вынуждены выполнять. Владимир Иванович, сейчас мы не будем говорить так, Россия тоже, к сожалению, довольно коррумпированная страна, мягко выражаясь, да?